Всем огромный привет, IKEA. Посмотрим вот такую огромную игровую. Хотя ты не назовешь игровой, и детской не назовешь. Здесь и детская, и взрослая. В общем, еще очередной интересный вариант комнаты в стиле IKEA. Тут и рабочее место, скажем, для школьника. Так, тут, я понимаю, так себе это кладовка, да? Ага, это тоже что-то вроде квартиры, но мы рассмотрим только эту комнату. Пожалуйста, ящики для хранения по всей стене, внизу. Огромный шкаф. Пожалуйста, телевизор. Здесь диван. Там, смотрю, для малышки. И тут еще двухспальная кровать. Так, зеркало. Двуспальная кровать. Так, начнем сначала, то, что это все в куче показала. Пройдем в зону для малышки. Ну, для малыша, для младенца. Кресло. Сейчас у него идет распродажа, целую 1000 скинули и гарантия 10 лет. Светильник напольный 6000. Такой вот интересный. Вот как это делает? Стоять. То есть не надо лишних тут хлопот. Вот так раз. Ярче и не ярче. Пожалуйста, вот оно, такое ножки. Кресла эти удобные, так что не бойтесь. Они много выдерживают, главное не прыгать на них. Столик 600 рублей, разные цвета. Это также, можно сказать, столик классический для магазина IKEA. Как мне кажется, он был, будет всегда вообще. Просто что-то они выводят из производства. Это не должны вывести. 4000. Это, кстати, бумага. Кто занимается хендмейдом, может сам такую сообразить. Кроватки. Детская кроватка Солгуль. 60 на 120, 7500. Посмотрим, тут уже все входит или надо, как обычно, дополнять все. Но кроватки можно устанавливать на двух уровнях. 100% нейлон, массив бука. А что тут у нас? Это матрас. То есть плюс еще матрас прибавляем 1600 и получаем вот такую замечательную кроватку. Мобиль. Цена у него 500 рублей. Ну, видите, да, что это не автоматически, ничего, просто сам. Крутишь, и он по инерции крутится. Бра 500 рублей. Они есть разные. Цветочки есть, там сердце есть. Тут еще синяя есть. С памятью моей что-то стало. Каркас 4000. Как раз таки здесь можно хранить и пеленки, и подгузники, и распашонки, чтобы было удобно под рукой менять. Здесь еще такую, знаете, пеленальную доску, если поставить, то вообще под рукой, и все компактно, и все очень удобно. Но я думаю, что это только крышка стоит, да? Да, 90 рублей только крышка, сами ящики 149, контейнер 149, крышка 90. Чем больше, тем дороже. Ведь 49 контейнер стоит, который уже большой. Так. Держатель для узких гордин 400 рублей. Благодаря шинам узкие гордины висят ровно. Вот такое разделение, если нет стены, можно сделать, получается, по потолку. Да, тоже, кстати, интересный вариант. Если одна большая комната, хочется ее разделить, зонировать. Текстиль для дома. Вот это в этом отделе продается. Там надо смотреть место, ряд и артикул. Вот оно так разделяется. Просто надо по всей длине опустить, и вообще будет классно. Так, за этой ширмой мы видим телевизор и много рамок. Они все уже в конце. Рамки, картины, полки. Все можно там посмотреть, купить, приобрести. В общем, разная цена и разная у них форма. Так, все-таки лучше, наверное, поближе подойти. Какие они? Видите, оформление интерьера, и там все артикулы. 349, это 269 стоит. Телевизор тут вот полка. Пожалуйста, лак, кстати, тоже вот стеллажи. Это короткое название, 600 рублей. Данная настенная панель 800 рублей. Зеркало такое 900 рублей. И зеркало подсветка 2000 стоит. Комбинация L08, это пакс. Он реально огромный, слушайте, у него размеры 300 на 60 на 236. Просто белый предлагается. Белый-белый.
Белый-белый. Так. Баксы рассмотрены отдельно, поэтому просто, что именно в этой комнате, как выглядит, показываю. Так уже смотрите сами. Это не какие большие. Ну, считайте, всю стену занимает. Здесь двери распахиваются, есть варианты еще, когда двери купе. Ну, тут то же самое. Конечно, с подсветкой классно, но это все стоит отдельно. Это, видимо, для ребенка место. У нас такой веселый чемоданчик, который стоит 700 рублей. Внизу тоже там такие интересные. Уже 1200 они. В общем, да, это все для ребенка выделили место. Так, что за кровать тут двухспальная? Это пружинный матрас 8000. Каркас кровати белый 160 на 200, 11599. Это комбинация. Вот. Сам каркас стоит 9000. Прибавляем и получаем. На складе три коробки будет. Место ряд есть. Ну, она на самом деле простая. Внизу ничего нет, ножки не поднимается. То есть просто каркас кровати с дном и матрасом. Постели, кстати, тоже все. Текстилю можно приглядеть. Такое все яркое, красивое. Под одеяльника две налочки, 1300. Ну, правда, насыщенный розовый цвет. Немножко даже камера не передает, какой он яркий. Тут же стоит диван. Ну, это, по-моему, не кожа, это под кожу. Диван стоит. Двухместный 20 тысяч. ДСП фанера. Массив дерева. Ну да. Пенополиуретан. Цвета есть черный и белый. Вот так вот. Детский комплекс. Тут можно и посидеть, и сложить игрушки. Какой он тяжелый. Да, тяжело так. Подушка, на которой сидеть, 999. Разные варианты цвета есть. А, вот тут, видимо, цена. Вот, вся комбинация для хранения 26500. Белый, желтый, оранжевый, розовый. Нет, все-таки верхняя. Скамья стула 2400. А нет, все-таки это одна скамья 2400. То, что наверху, это целый комплект. Я вам показала. 2400 и вот такая вот скамья. Да, это, видимо, это все вместе. Надо просто сложить. 26500. Да. Название тут и название тут. Это, кстати, железо. Металлический. Металл. Вот они какие. Маленькие, побольше. Разноцветные. Просто как полка используется. Вот, пожалуйста. Все. Все в них. Комбинация. Так. Ну, это... Игровая тут, чтобы игрушки, чтобы играть. Корзина с крышкой 400 рублей. Интересное рабочее место. Рабочее место и сразу же стеллаж. Отойдем поближе. Это стоит 102 тысячи. Кстати, разные цвета. Видите? На колесах стул рабочий. 3 тысячи стоит. Тоже разноцветный. Можно под цвет подобрать. Можно, как здесь, белый, черный. Крепится стеллаж. Интересно, кстати, он крепится. Стеллаж 4300. И варианты цвета также предлагают разные. 77 на 147. Рама 600 рублей. Кактус 2000. Фейка. Еще и кош просто 79. В общем, за все платить. Ну, это как обычно. Так, крючки 99, и сама она 1300 стоит. Сама вот одна, вот эта вот панель, 1300 стоит. Я так поняла, что тут 4 их. Будильник, так, свет 800 рублей, он крепится к стене. Защитное напольное покрытие 1300. Также писали в комментариях, что сейчас вроде мебель все делают так, что оно не портит. Напольное покрытие, но в Икее все еще продается. Вот. Актуально, не актуально. Хотя мне всегда казалось, что это актуально. Корзинки тут все так же по мелочи. Можно собрать, набрать самим.
Так что вот такую мы рассмотрели с вами комнату для ребенка и взрослого. Ну, вон свет еще не посмотрели, он там крутится. 2000 вот этот вот квадратный на потолочный он. И вот эти вот три маленьких светильника, тут тоже цену можно посмотреть. 3500. Ну, пожалуй, так, все основное рассмотрели. Если есть какие-то вопросы, комментарии, пожелания, обязательно пишите. Все учту, на все отвечу. Ну, а пока всем огромное спасибо. До новых встреч и пока!